если про все предприятия Ачинского района, это некая полная информация, в совокупности это 49 миллионов рублей. Причем мы говорим о системе, о появлении компании на территории, о системном накоплении данной компании задолженности, о переходе этих объектов, да, в новую организацию. И сама целевая задача, как бы, да, конечно, прекратить подобного рода мероприятия, которые есть на территории, да, и все-таки призвать бизнес, призвать компании путем, в том числе и жестких таких принудительных действий характера, да, в виде банкротства, привлечения руководителей к субсидиарной ответственности, уже к, ну, неким правильным разумным действиям для выхода ситуации в нормальное русло.